Здравствуйте, меня зовут Елена Ежова. Я была одним из лекторов на этом семинаре. И я была настолько удивлена, увидев группу. К сожалению, я была не все дни. И в третий день у меня было открытие, когда я увидела всех этих людей, настолько имеющих пытливый ум и умеющих замечать и анализировать информацию, которую им даешь. Настолько благодарны публике. Давно мы не видели. Которую мы подобрали, содержала в себе все аспекты, практически все аспекты в области прав человека. И, конечно, за три дня уместить все было очень трудно. Но наши слушатели настолько сконцентрированы были и погружены в эту атмосферу, что я понимаю, толк есть, толк будет. И то, что мы заложили сегодня, рано или поздно прорастет. Поэтому большая благодарность всем, кто принимал участие в этом тренинге, потому что мы, как тренеры, получили также большой отклик от наших благодарных зрителей. Спасибо.